Повышение глобальной конкурентоспособности является одним из основных направлений развития азербайджанской экономики. В этой связи в стране активно проводятся работы по диверсификации экономики, в том числе и путем стимулирования развития малого и среднего бизнеса. Об этом на встрече представителей МСП Азербайджана и Индии заявил депутат парламента Азербайджана Руфат Гулиев. По его словам, на данный момент Индия является надежным партнером Азербайджана во многих секторах экономики, а торговые перспективы, которые открывают совместно реализуемый транспортный коридор «Север-Юг», позволяют странам углублять работы по укреплению сотрудничества. Цель данного мероприятия – это развитие отношений, значит, как внутри мелкого и среднего предпринимательства в Азербайджане, так и укрепление, расширение связей между мелкими и средними предпринимателями Азербайджана и других стран. В данном случае сегодня тематика – это развитие отношений между Азербайджаном и Индией. Как вы знаете, товарооборот, значит, между Азербайджаном и Индией, он до миллиарда долларов. И в данном случае есть потенциал, естественно, большое, да, увеличение этого товарооборота. Мероприятие также посетили предприниматели из Украины и Турции. Подобные встречи являются хорошей площадкой для открытого диалога, что, в свою очередь, позволяет компаниям найти новые точки сотрудничества и расширить границы партнерства. Чего я ожидаю от сегодняшнего мероприятия? Наверное, какие-то новые контакты, также возможности для нас, как бы в поиске людей, которым будет интересен украинский рынок. Вот. Также как бы люди, которым интересен украинский ресторан, то есть это новые контакты, новые связи, новые возможности. Отметим, что на полях мероприятия участники нашли новые взаимовыгодные сферы экономического взаимодействия. Фуат Байрам, Наиб Гаджиев, CBC.